Всем привет! Я сейчас иду, я надеюсь, меня слышно, потому что ветер, и я в маске. Я иду получать две посылки. Первая посылка — это Кика Милана. Я хочу забрать ее, ну, потому что она пришла. Вообще, мы ходили в магазин, но так получилось, что когда мы пошли в магазин, мне еще не пришло уведомление, что посылка пришла. И сейчас мы идем сначала получать одну посылку. И вторая посылка — это с ДЭК, там по сотрудничеству. И это в другом месте уже. Ну, то есть, в принципе, по времени одно и то же от дома, если идти. Но я сначала решила забрать та, которая не по сотрудничеству. То есть, Кика Милана, там лаки у меня для ногтей. Тоже обязательно покажу. И что по бартеру мне, это я покажу уже в другом видео, естественно, скорее всего. Не знаю, я пока еще думаю, где мне снять. Людей на улице хочу сказать, в принципе, как обычно. Я вот в маске иду. Мы все в масках, если надо. А, кстати, вот у меня то же самое. Это время, когда, ну, в общем, пропуск. Время там показывает. Мультипаспорт. Мультипаспорт. Да, и вообще я маску бывает вот так вот стягиваю, потому что дышать хочется. А я маску забыла. О, да, ты забыла маску. Плохо. Вот, я никогда в ЗДКе не получала посылки. Я надеюсь, что это быстро. Посмотрим, в общем. Вот мы уже пришли, оказывается, здесь он находится. Сейчас буду пытаться как-то это все вести. Вот она. Их закрывать. Вот так, наверное, все. Вот это маленькая такая посылочка. Я почему-то больше ее представляла, хотя там не так много вещей. Я наконец-то забрала. Ой, надо оценочку поставить. Сейчас, секунду. Отлично. Даже быстрее, чем я думала, пришло. Меня это очень радует. Кстати, тут маска, перчатки, там протирать, все дела. Клёво. Ну вот, я уже подхожу к СДЭКу. Я вообще никогда тут ничего не покупала, не брала. И мне еще одна посылка должна будет прийти. Вот, сейчас, надеюсь, я пойму, что и где. Ну, тут график, кому интересно, у нас. Вот. Пойдемте искать, я не знаю. Тут строим материалы. А, все, не поняла. Вообще, вот я сейчас пришла получать посылку. Сейчас там очередь, как я понимаю. В общем, нет, лучше вот так вот сделаю. Кто-то либо получает, либо я не знаю, что они там очень долго ждут. Я все вот это, скорее всего, во влоге вставлю. Посмотрю, будет ли у меня материал. Ну, по идее, он должен быть. И эта посылка, там много вещей разных. Очень клевая. И фирма очень такая классная. Она, я думаю, многим будет известна. Там у них много подписчиков в Инстаграм. В этом влоге я не буду делать распаковку, потому что меня попросили протестировать сначала, а потом уже рассказать свое мнение. Но я всегда тестирую сначала, а потом уже говорю, нравится мне или нет. Тут, конечно, фон не очень, но тут магазин просто строительный. Я не хочу на улицу выходить. У нас, кстати, прохладно, поэтому я в шапке, в куртке. Ну и, как обычно, в маске. Вот, я не стала перчатки надевать, потому что я антисептик с собой беру. Кстати, Багздрав антисептик я ношу с собой. Очень классная фирма. Я делала распаковку недавно, что мне тоже по бартеру присылали. И, в общем-то, я надеюсь, у меня вот в эту сумку все вместится. О, люди выходят. Так, ребят, я наконец-то получила свою посылочку. Не знаю, можно ли вот там показывать, что. Я еще даже сама не видела. Так, сейчас посмотрим. Нет, лучше не показывать. Короче, ЗДЭК. Очень долго ждала, причем помещение маленькое, окон практически нет, все закрыто, но зато получила и направляюсь домой. Вот, буду обязательно снимать распаковку, когда протестирую. Ну что ж, я уже дома и сейчас хочу вместе с вами открыть вот такую небольшую посылочку из интернет-магазина Кика Милана. Я заказывала лаки для ногтей, думаю, многие уже заметили, у меня сейчас вообще нет никакого цветного лака, есть только лечебный. Я в своем инстаграм выкладывала фотографию, каким лаком я пользуюсь, а лечебный от фирмы Эвелайн или Эвелин, все по-разному называют эту фирму. В общем, я пользуюсь лечебным лаком, шеллак сняла, наверное, где-то месяц назад, и пока делать не буду, во-первых, потому что карантин и нельзя никуда выходить, во-вторых, просто закрыты все салоны, ну и в-третьих, я хочу, чтобы мои ногти отдохнули, думаю, заметно, что у меня есть... такая белая полоска, ну вот, тут белая полоска, это потому что я сняла шеллак и снимала, естественно, сама это все, по уроку на YouTube нашла,
Конечно, получилось все не так, как я хотела. Я немножечко ногти испортила, поэтому сейчас их лечу. Но время прошло у меня, там 3 недели нужно использовать лечебный лак. Поэтому заказала я от Кико Милана. Вообще лаки у них хорошие. Мы с мамой покупали. Потом я 1,5 года делала себе в салоне. И как бы я не покупала вот такие обычные лаки, которые здесь должны лежать. Все брала по акции. Кстати, заходите, посмотрите. Там очень недорого стоят лаки. Также я зарегистрировала у них карту. Какая-то электронная, по-моему. И мне баллы начислили, скорее всего, потому что я зарегистрировалась. Это моя новая карточка первая. И они мне дали баллы. Я эти баллы списала и получила 2 лака там с очень хорошей скидкой. То есть они так по скидке. Мне еще сделали скидку. Это вообще было мега круто. Очень красиво все упаковано. Мне так нравится. Это накладная, как я понимаю. Да, здесь адрес написан. Поэтому я показывать не буду. Доставка у меня была очень быстрая. За 2 дня, если я не ошибаюсь. Да, я позавчера заказывала, сегодня все пришло. Это очень быстро, хотя изначально было написано, что придет все 27 числа. Ну, то есть, а мне пришло раньше, это клево. Я люблю, когда упаковываю так все аккуратно и красиво. Никогда не заказывала Кико Милана по интернету. Так, я только в Охотном ряду, когда ездила в Москву, там покупала у них. И лаки очень хорошие, все советуют. Вот как выглядит упаковочка. Тут даже написано Кико Милана. Здесь одна такая упаковочка. Тут 3 лака. Вот какие там классные, я уже вижу. Ой, ну да, как всегда. Как же у меня... О, вот первый лак. Так, здесь... Очень много разных оттенков, я пыталась выбрать летние, но, к сожалению, не все были в наличии, которые мне нравились. И я старалась брать по супер-супер скидке. Итак, значит, вот такой вот первый лак, это мама попросила заказать ей, но я тоже, думаю, буду использовать. В общем, вот так вот выглядит, очень красивая упаковка. Вот эту вот серию очень советуют, и, к сожалению, в наличии только вот этот, по-моему, был цвет, остальные уже раскупили. Номер 02, кому интересно. Ну и, в общем-то, вот так вот выглядит первый лак. Второй лак выглядит вот таким образом. Мне он безумно понравился, потому что голубого цвета, такой летний, номер 01. И здесь вообще я отзывы не видела, но я в интернете как-то смотрела. Такой же лак, только такого рыжего цвета, тоже очень красивый цвет. Но я посмотрела, он немножечко как-то полосит. Я надеюсь, что вот этот голубой не будет полосить. Из этой же серии, там рыжий был, в общем, номер 01. Ну, так в целом выглядит очень красиво. И оформление тоже классное. И вот тут даже есть наклейка, поэтому можете прочитать, хотя информация вся вот здесь вот написана. Третий лак выглядит вот таким образом. Это такого сиреневого цвета. Здесь тоже 10 мл. И номер 001. Вот как выглядит. Не помню, были там еще какие-то оттенки или нет в этой серии. По-моему, нет. Именно что в наличии. Я выбрала вот такой сиреневый. Не знаю, понравится мне или нет. Я, в принципе, такой цвет, ну, так, средний люблю. Я просто заказала, потому что мне кажется, что он летний и красивый будет. Так, и вот еще одна упаковочка. Здесь она прицепилась к этой упаковке с пупырками. 4-й лак кораллового цвета, 11 мл. Такая серия у нас была с мамой, номер 007. Конечно, на сайте был более розовый, здесь он вот именно кораллового цвета. Вся фишка в том, что здесь такой вот колпачок есть, видите? Сами эти лаки, они на самом деле дорогие, по 300, по-моему, с чем-то рублей. Но я взяла за 90, и еще 2 лака, как я уже говорила, мне скинули, потому что я, ну, карточку, в общем, зарегистрировала. И как бы скидка такая вышла, очень было прикольно. Не знаю, какой лак за 81 рубль мне вышел. Следующий, 5-й лак, вот так вот выглядит. Морковного цвета, здесь тоже 11 мл, точно такая же серия, и он столько же стоил, 90 рублей вообще без учета скидки, которая вот с карточкой, номер 004, кому интересно, и тут тоже такой колпачок, вот. Как выглядит. Говорят, что они стойкие и очень красивые. Ну и последний лак, я на него возлагаю огромные надежды, такого очень красивого голубого цвета, номер 37, и вот видите, есть такой теперь у меня голубой, и вот такой голубой, очень красивый, мне нравится. Но я надеюсь, что он не будет полосить,
так как такие лаки, они, в принципе, ну, могут это делать. Вообще, у меня есть два лака, которые сейчас тоже продаются, и, как я поняла, они по 90 рублей. Но я их, естественно, не стала брать, так как они у меня есть в моей коллекции лаков для ногтей. И мы покупали достаточно давно, когда я еще красила ногти лаком сама. И они очень классные, но немножечко могут полосить, хотя с блестками. Вот, поэтому я те лаки использую летом для педикюра, а вот эти я, скорее всего, буду использовать все для маникюра. И вот это, в принципе, вся такая распаковочка у меня получилась. Очень много красивых, ярких оттенков. Мне безумно нравится, что все пришло в отличном состоянии и выглядит ярко, красиво. Обязательно сегодня какие-нибудь ногти накрашу. Я думаю, что вот этот возьму, потому что я на него все-таки надежды возлагаю огромные. А на остальные я тоже возлагаю, но не так сильно. В общем-то, такая распаковочка. Надеюсь, что вам понравилось. Ну и это, в принципе, все.